Вранглер сел в УАЗик. Упирается. Накопал очень сильно себе. Сидит полностью на мосту, прилип. Как надо. Хорошая лебедка. Он доезжает вот до этого места, там упор идет, камень или пень. Но он полностью на мостах. И вот сейчас здесь вот этот переломный момент. Колеса влево чуть-чуть, влево. Высокая, мощная машина — это хорошо, но вес, наверное, все-таки преимущественный. Вот турбо, котлета тому подтверждение. Жижуля прям самое то. И не мокро, и не сухо. Прям пластилин такой, гуталин. И Вранглер легкий тоже проехал. Thank you for watching this video. If you found my video interesting and want to know more about my adventures, please like the WebTV channel and subscribe to it. You can also leave a comment and leave a review. See you, bye bye.